Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Камиль Ларин признался, что перед тем, как отказаться от алкоголя, он решил поговорить с Михаилом Ефремовым и был удивлен, что тот не представляет свою жизнь без горячительных напитков. Всем известно, что у Ефремова были с этим проблемы. Но, как выяснилось, даже больше, чем можно представить. Звезда квартета и разоткровенничался в эфире подкаста Юлии Барановской «Быть человеком» и рассказал, какой диалог однажды состоялся у него с Ефремовым. «Миш, а сколько ты можешь месяцев не пить?» – спросил Ларин. «Месяцев?» – изумился Ефремов. «Окей. Недель. Недель? Сколько ты дней подряд можешь не пить?» «5 дней. И как состояние?» «Пруж жежина». Ларин отметил, что если борющийся с пьянством мужчина каждый свой трезвый день проживает с болезненным преодолением желания напиться, то в какой-то момент у него обязательно рванет и произойдет срыв. Подобные паузы, как рассказал сам Ефремов, он преодолевал весьма тяжело. Михаил Ефремов в данный момент отбывает наказание в колонии за то, что по его вине погиб человек. Артист летом 2020 года сел пьяным за руль своего автомобиля, ехал на большой скорости по проспекту и вылетел на встречную полосу. Его машина врезалась в другой автомобиль, водитель которого скончался на следующее утро. Ефремов не понял, что произошло, так как был сильно пьян, а на следующий день стал отрицать свою вину и говорить о том, что не он сидел за рулем машины. Однако суд признал его виновным. Ему дали срок. 8 лет. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!